Так, привет всем, давно не виделись. И давным-давно не было прямого эфира, я уже даже отвыкла как это. В общем, сегодня будет эфир про волосы, я просто буду вам показывать, как я мою голову. Я думаю, что несколько каких-нибудь лайфхаков или советов вы для себя возьмете. Так, первое, что я сделала, это не обязательно, просто мне нравится. Я нанесла на волосы такую сыворотку для роста волос перед мытьем головы. Она наносится за 10-15 минут, но я до этого еще донесла. И сейчас при вас нанесла, показала, что я действительно ей пользуюсь. Перед тем, как помыть голову, я обязательно расчесываю волосы. Первое, для того, чтобы волосы не путались, когда я буду их мыть. А второе, чтобы не загрязнять водопровод. Потому что мы все знаем, что волосы выпадают. Поэтому лучше их заранее прочесать. Хорошо прочесываем кожу головы. Чем чаще мы это делаем, тем это лучше стимулирует рост волос. Так, волосы прочесали. Теперь можно мыть. Так, у меня шампуни сегодня вот такие. Мне еще нравится Ликата. Вот из этой серии. Но это, видите, вот этот спрей. У них же есть шампунь. Мама дорогая, какой ужас на башке. Конечно. А вы думали? Я же помыть голову пришла, а не на фотосессию. Так, первое, что я буду, чем я буду пользоваться сейчас при вас? Первое, это шампунь. У меня вот такой Алирана. Стоит он без всяких реклам, конечно, если Алирана захочет мне заплатить, я буду не против. Алирана. Так, где это написано? А, вот название. Так, состав. Если хотите, заскриньте, посмотрите. Этот шампунь стоит 400, где-то 50 рублей. Такой же будет бальзам. Я меняю вот этот шампунь периодически на другой. Вообще это очень полезно, чтобы волосы не привыкали постоянно к одному шампуню. Так, ну а все остальные средства я тогда потом покажу. Вот замечательный, всем известный свицин, который стоит рублей 150, наверное, никотиновая кислота, которую я очень люблю, но нужно проверять на аллергиков, потому что у некоторых может быть аллергия. Бальзам вот этот тоже стоит где-то 450-460 рублей, где-то так. Так, шампунь. Первый раз я с вами здесь в ванной, конечно. Сейчас будет литься вода, поэтому, не знаю, вы слышите вы или нет, поэтому сразу скажу. Как мы наносим шампунь? Во-первых, не нужно шампунь выливать на голову. Знаете, вот, конечно, можно сказать, все это ерунда, волосы и так вырастут. У всех вырастали, и у меня, конечно же, вырастут. Без проблем, можете, пожалуйста, растить волосы временем. В любом случае они вырастут, конечно. Но не факт, что они будут хорошего качества. Не факт, что они вырастут той длины, которая вам нужна. Поэтому, соблюдая такие, казалось бы, простые обычные правила, можно увеличить рост волос, как обычно говорят. Даже если вы не хотите увеличить и ускорить рост волос, то хотя бы не делайте хуже. Когда вы наносите шампунь на голову, не нужно выливать его полностью вот так вот на голову и размыливать вместе с концами. Шампунь, даже такой бессульфатный, мы наливаем сначала в руки, потом распределяем по корням. Делаем массаж головы, такие молодцы, расслабляемся, и только потом всей пеной промываем остальные волосы. У кого, конечно, длиннее волосы, чем у меня, можно побольше шампунь налить. Вот, потом расскажу про бальзам. То есть шампунь мы наносим только на корни. Думаю, знаем. Отлично. Позавчера мы общались с трихологом, и у нас было очень много спорных моментов.
Сейчас я расскажу прям вот как боженька, ребятушки. Слушаем. Наливаем на руки. Поехали. Слышно, наверное, меня не будет, но у меня волос короткий. У меня этой баночки на 350 лет хватит. Главное, чтобы мне тут никакая труп не вывалилась. Если что, эфир удалю. Казалось бы, такие очевидные вещи, но многие даже, не знают, наливают шампунь на голову. Или, например, гелем для душа и голову моют, и все тело. И потом еще зубы им можно почистить. Вообще класс. Кстати, когда я была у стоматолога, я узнала, что я даже неправильно зубы чищу. Ну, казалось бы, и что такого? Ну, главное, что я чищу, как бы, да? Остальное не важно. Просто из-за того, что мы неправильно чистим зубы, у нас появляются камни, кариес и так далее. Нет, конечно, классно, когда там супер генетика. И ты можешь пить, курить, там, делать все, что угодно, не чистить зубы, они у тебя будут от природы отличные. Но если от природы, в принципе, не так, то лучше, конечно, соблюдать эти правила. Вот я шампунем промыла корни головы. Сделала массаж головы великолепный, замечательный. Видите, он у меня плохо пенится, потому что это бессульфатный. Сульфатные шампуни пенятся лучше. Но я их не рекомендую. Так, и потом полностью шампунь – это в основном всегда только очищение. Для большего результата нужно использовать различные бальзамы и маски. Да, согласна. Так, теперь остальной пеной. Так, мне вот шампуня было мало. А наверху мыть не надо, походу? Да, походу, надо, только у меня шампуня не хватило. Так, везде делаем массаж, промываем. Вы думаете, так можно или нет? Так что можно или нет? А зачем к трихологу ходила? К трихологу ходила, чтобы сейчас эфир провести и сказать все точно, без ошибок. Так, теперь я промываю все волосы. Пены, видите, как такого у меня нет. Так, так тереть нельзя всю длину. С легким паром. А почему ты остригла их вообще? Я их не остригла, они у меня отвалились. Все пены я промыла волосы. Обычно говорят, что нужно шампунем промывать голову два раза. Но это не обязательно. Если у вас жирная кожа головы, то первым мытьем вы сначала смываете весь стайлинг. То есть это какие-то уходовые средства. Ну, например, какие у вас там были. Лак для волос. Потом какую-то грязь вы смываете. А второй раз вы уже просто моете голову. В общем, вы меня поняли. У меня голова не жирная, поэтому мне хватает одного раза. Тем более лаки на волосы я не наношу. Thank you.
именно после шампуня, когда чешуйки волос открыты, потому что, ну, допустим, вот моя рука, это ваш великолепный волос. Вот у вас, похож, да, на волос рука. Вот вы их помыли шампунем, и чешуйки выглядят вот так вот. И вот именно в этот момент, после того, как вы помыли голову шампунем, можно наносить всякие разные маски, которые держатся там по 10, 15, 40 минут, по часу, разные есть маски. Так маска лучше проникнет в сам волос. Просто я знаю, что многие наносят маски прям на сухие волосы, это делать не нужно. Как мужчинам проще? Да, проще. Согласна. Кстати, у мужчин тоже есть длинные волосы. Так, после того, если вы вдруг наносите маску, просто я не буду маску наносить из-за того, что я несколько дней назад делала маску, и, во-вторых, это будет долго, в эфир не поместится. После того, как вы нанесли маску, если вдруг вы ее делаете, советую делать маску 1-2 раза в неделю, в зависимости от того, как вы моете голову. Так, после этого... еще забыла сказать о том, что многие говорят, что нельзя мыть голову каждый день. Можно. Можно мыть голову в зависимости от того, как часто она у вас грязнится. Если вы будете придерживаться какого-то правила, например, вот Маша моет голову раз в 3 дня, я тоже так буду делать, или там моя мама так делала, я тоже так буду. Не надо. Потому что из-за того, что ваша голова будет грязная, будет больше вреда. Поэтому лучше смойте все это кожное сало и всю грязь, которая у вас накопилась. Особенно если вы занимаетесь спортом. Зачем держать вот этот пот на голове, вот эту грязь? Мерзость какая. Помойте вы голову, ничего страшного, даже если каждый день. Ну, конечно, волосы привыкают к тому, что вы их моете каждый день. А чем чаще мыть, тем чаще грязнится. Да, согласна. Ну, поэтому можно выработать какой-то для самой себя периодичность мытья волос, например, каждые 2 дня, но тоже ей не придерживаться. Так, медленнее. Нет, ну я не могу медленнее, потому что эфир короткий. Нет, раньше вообще не мыли раз в неделю, и косы были. Да раньше и из реки пили. Что нам теперь из реки пить? Мы если сейчас пойдем из реки пить, мы отравимся все нафиг, у нас 3 головы вырастут. Сейчас другая экология, другое питание, все совсем другое. Раньше чем мыли? Отваром ромашки или крапивы? Сухой шампунь можно ходить хоть 5 дней. Ну... Не сказал бы, конечно, что это идеально. Нет, ну, конечно, если у вас какие-то там супер дела, можно, конечно, 5 дней подождать, но постоянно я так не советую делать. Представляете, сколько у вас грязи там в голове? Какой-нибудь зуд там может точно... Так, все. Если наносите маску, наносите. Если не наносите, потом мы используем бальзам. Бальзам у меня Алирана, который я вам уже показывала, стоит, уже сказал сколько. Бальзам мы наносим. Если шампунь мы наносили на корни и распределяли по всей длине, то бальзамом наоборот. Мы сначала их наносим на концы. Наносим на концы. Видите, как удобно. Волосы короткие. Тут я сейчас вот здесь наносила. Нет. А тут и лицо у меня в кадр помещается. И руки. Наносим бальзам. На корни бальзам мы не наносим. Потому что если нанесем, то у нас уже... То у нас корни потеряют объем. Нет, конечно, если у вас там лошадиная грива, можете вообще не мыть. Я говорю про среднестатистического человека. Так, бальзам нанесли на корни. И распределили по всей длине. Конечно, многие говорят, что можно носить и вот так вот, и вот так. Но я стараюсь, знаете, по тому, как волосы растут. Чтобы меньше травмировать чешуйки и все такое.
Так, бальзам нанесли. Конечно, нужно все делать быстрее. Но вы же, когда моете, ни с кем не болтаете в прямом эфире, когда, хотя кто знает, да? Может быть, это... Тоже видео включайте в ванной, как я. Кто не грешил, да? Так, теперь я смываю бальзам. Вода у меня теплая. Можно было бы закончить, но мне нравится, когда волосы у меня прям ложатся идеально. Поэтому я использую еще кондиционер. Кондиционер у меня вот такой обычный. Купила в Литуале, по-моему, тоже рублей... ну, рублей 800 где-то максимум. Не помню, чтобы он был дорогим каким-то. Так, кондиционер тоже наношу на корни, тьфу, на концы, как и бальзам. Какие у тебя уже волосы длинные. Да я вообще, честно говоря, представить не могла, что у меня такие будут, когда я мыла вот тут, вот там, там где корни, там и концы, все в одном месте, когда у тебя волосы 1 сантиметр. Так, кондиционер тоже нанесла на концы и по всей длине, на корни не наношу. А для чего этот кондиционер? Кондиционер можете не использовать, просто мне нравится все равно после бальзама использовать кондиционер. Кондиционер смыли. Кондиционер разглаживает волосы, как и бальзам. Но я считаю, что все равно полностью чешуйки не закрывает. Сейчас я вам расскажу, что можно сделать, чтобы полностью закрыть чешуйки. Так, после этого, ну, конечно, эссенцин, который я вам сейчас покажу, так вы его видели, можно добавить прямо в кондиционер. Просто я этот кондиционер использую недавно, я не знаю, какой у него состав, и можно ли с эссенцином мешать. Так, вот сейчас завершение моего великолепного мытья головы. Большую аудиторию не думала, что реально когда-то такое будет. Так. Для чего эссенцин? Эссенцин можно добавить и в кондиционер, и в бальзам, и в шампунь. Но там нужно смотреть по составу. Если не знаете, какой состав в шампунях, или сомневаетесь, что их можно смешивать, тогда лучше эссенцин использовать после. Штука классная. Посмотрите, какая ужасная упаковка. Вообще какая-то женщина просто, я не знаю, из каких 70-х, 60-х годов. Я вот, честно говоря, никогда бы не купила эту вещь, потому что дизайн упаковки просто как будто... как будто, я не знаю, средство... для мытья полов в какой-то старом доме. Я не знаю, в общем, дизайн ужасный, но средство хорошее и стоит копейки. На самом деле, уже так часто все блогеры про него говорят, очень часто слышу. Поэтому мне кажется, что скоро подорожает, поэтому берите его по 100 с чем-то рублей в аптеке. В общем, слушайте, после того, как я использовала кондиционер, я... закрываю чешуйки волос холодной водой. Не холодной, прохладной. То есть это не должна быть какая-то леденющая вода из колодца.
просто прохладная вода, но еще и свицин. Можно просто свицин положить в холодильник, например, и потом свицином сполоснуть волосы. Для чего это нужно? Чтобы у вас чешуйки волос закрылись полностью. То есть вы поняли, когда мы помыли шампунем, они такие, оп, раскрылись, туда мы все напихали, маску, ля-ля-ля, все прекрасные компоненты, потом бальзамом подзакрыли, кондиционером подзакрыли, а если еще и свицином долбанем вместе с холодной водой, то прям вишенка на торте. Поехали. Ну, у меня свицин прохладный, поэтому я им просто сполосну. Можно, если нет свицина, просто холодной водой сполоснуть. Можете смывать свицин, можете не смывать. В принципе, то. Попробуйте и так, и так. Я на всякий случай еще холодной водой пройду. Им тоже только на конце. Нет, это я нанесла на концы, можно и на корни волос, можно. И с свицином можно и на корни. Слышите меня? Вода громко. Вот этот свицин можно и на корни, и на концы. То есть он волосы не жирнит, он просто как вода. Так, вот у меня прохладная вода. Я такая, оп-оп-оп. Выжимаю волосы. Можно, конечно, волосы назад и побежала там, например, пошла телевизор смотреть, еще и уснула, на подушку легла и супер утром проснулась. Во-первых, утром уже шевелюра будет вот такая вот, высохнет все, как черт пойми что. А во-вторых, подушка впитает влагу. И в подушке будут разрастаться какие-нибудь микробы, бациллы, какие-нибудь инфузории. Или клещи. Поэтому с мокрой головой я спать не советую. Не только из-за того, что будет некрасивая прическа, а из-за того, что вы подхватите кучу какой-нибудь болезни, которая там разрастется. А также в таком состоянии, в мокром, волосы очень уязвимые. Они могут поломаться, пока вы будете лежать там на подушке у себя. Даже если подушка у вас супер великолепная. Так, ну что, пошли. Другое место. Волосы я помыла, голову, беру полотенце и промакиваю. Куда убежали-то? О, какая красивая, все размазалась тушь у меня. Штаны соскочили. Все, больше ничего. Казусов никаких. Так, я промакиваю волосы. И все. И говорю полотенцу аривидерчи. Красотка, да? Я не сижу с этим полотенцем, вот так вот, знаете, как с кульком. И не смотрю сериальчики. Не, на самом деле, я иногда записываю истории. Телефон не выдержал. Записываю истории с кульком. Но это в основном, когда я делаю маски. Сделала маску, нанесла маску, завернула и там греется. Так, вот что произошло. Я помыла голову, промокнула полотенцем, полотенце убрала. Теперь что я делаю? Танцую. Ладно, что я делаю теперь? Сейчас я не начинаю сушить, расчесывать. Я просто даю себе отдохнуть минут 15.
за это время? Потому что говорят, что феном тоже сразу прямо такие мокрые, лучше сушить не стоит. Все равно вода будет стекать, поэтому смысла сразу сушить нет, зачем их пересушивать. За это время пока что мы будем ждать минут 10-15, можно нанести уходовое средство. Так, у меня пористые волосы, да, у меня, видите, вообще кудрявые. За это время я наношу масло. Вот это масло наношу также на кончики. Это у меня от Ликаты. Я вам рассказывала про то, что я пользуюсь этой маркой. Ликаты, если хотите, можете кинуть мне денежку за рекламу на эту карту. На мою карту за эту рекламу. Ликата. Масло. Это масло, оно еще идет как термозащита. Но все равно, несмотря на это, я все равно буду пользоваться термозащитой. Потому что, ну, где гарантия? Что все там защитит. Тем более, я же масло только на кончике наношу. Растерла по рукам. Ладно. Не с полотенцем. Обычно можно вот так вот полотенце положить, и пусть пока влага стекает. Не сушите сразу. И пошли маслом по кончикам. Как раз все рекламируют Ликата. Блин, ну реально классный шампунь. Мы с трихологом разговаривали, ей тоже очень нравится Ликат. Ликата, Алерана. Ну, Ликат, конечно, подороже. Но хотя есть по скидке. Вот, например, когда блогеры рекламируют, они же дают промокод. Там можно и по скидке купить. А ты потом можешь написать все свои уходовые средства волосам? Да, я напишу. Как раз вот в гайд я пишу вообще все. Так, я наношу масло на корни, на кончики. Ни в коем случае не надо на корни наносить. А то придется опять завтра мыть. Или даже не завтра, а уже через пару часов. На кончики нанесла. Стоит попробовать. Так, не знаю, смотрите, как хотите. Кому что нравится. Кто-то, может быть, вообще в интернете никогда в жизни не доверяет ничему. Тогда можете прийти в аптеку, купить Алерану. Ну, для меня и то средство подходит. Тем более, я иногда меняю, потому что волосы привыкают к одному шампуню, и нужно менять. Например, 2 месяца попользовалась Ликата, 2 месяца Алераны. Так, я нанесла масло на кончики. У меня еще осталась термозащита. Так, ну нужно, чтобы немножко подсохло. Давайте поболтаем. Как вам мой макияж? Кстати, сейчас вообще без ресниц крашу. Лидер, вроде бы хороший. Я знаете, что сделаю? Напишу те, которыми я пользуюсь, и еще дополнительно те, которые рекомендуют трихолог, специалист, который на это учился, этим занимается. Лена, как правильно мыть голову? Только что показала. А никотиновую кислоту когда? Никотиновую кислоту можно вообще вне времени использовать. Вот ее можно и на сухие, и на влажные. Я ее использую, когда обычно вспоминаю про нее. Это такая вещь неприхотливая. Во! Никотиновая кислота тоже. Когда? Это мне скиньте за рекламу. Никотинщики. Чтобы вы понимали, в этом эфире никакой рекламы нет. Я просто показываю те средства, которыми я пользуюсь. А вы хотите покупать, хотите нет. Хотите, ищите альтернативу. Есть вот такая никотиновая кислота, она там стоит, ну, сколько? Ну, 160 рублей, да? Можете купить за 40 рублей какую-то другую, там разводят, я не знаю как. Никотиновая кислота. Как наносить никотиновую кислоту? Не знаю, как там люди наносят, сейчас покажу, как правильно. Пробор сделали.
Привет, пошли, сюда покапали. Другой пробор сделали, покапали. Нет, я не курю. Волосы я не крашу. Волосы быстро растут, да. Потом прошла сзади, на макушке прошла. По всей длине не распределяется. Это только работает на корни волос и на саму кожу головы. Поэтому смысла не будет, если вы будете по всей волосне. Так, что хотела сказать. У меня никотиновая кислота не пахнет. Но когда я начала про нее рассказывать, многие начали говорить, что я потом хожу вся вонючая. Ну, я не знаю, кому-то пахнет, кому-то не пахнет. Я вообще никакого запаха не чувствую, хотя у меня нет никакого коронавируса и проблем с обонянием. Так, я вот нанесла на корни головы. Но это такая вещь, знаете, если часто использовать, у многих аллергиков, например, если кто знает за собой то, что есть аллергия, может пойти сыпь или перхоть. Поэтому для тех, у кого часто бывают разные аллергии, вы сначала нанесите на локоть, походите пару часиков, если ничего не будет, все будет прекрасно, или на шею куда-нибудь никотинку нанесли. Если у вас не покраснело, не было зуда, то, пожалуйста, используйте для головы. Но если зуд начнется, не дай бог, то, конечно, прекращайте. Так, почему у меня там прямой эфир мигает? Он же не закончится сейчас. Так, никотинку нанесла. Волосы у меня, конечно, на открытые участки лица нельзя. Конечно, нельзя. А, Лена, как правильно мыть волосы? Запрокинув волосы вперед перед собой или закинув руки назад, или нет разницы? А почему я сейчас мыла так? Обычно я мою, когда стою в душе. То есть я и сама моюсь, весь человек полностью, и волосы. Но мы разговаривали как раз позавчера с трихологом, и она говорит, а неважно, вперед или назад, то есть это не имеет никакой роли, не играет никакой роли. Я говорю, как так, вот всю жизнь я думала. Она говорит, это миф, поздравляю вас, вы верили в миф. И я такая, ну, класс, супер. Так что, сейчас можно нанести термозащиту. Ну, термозащита у меня обычная, Тафт. Вот такая. Конечно, если у вас есть какая-то другая, лучше, наверное, ее. Обычно перед тем, как выходить на мороз, я тоже волосы покрывают термозащитой или маслом, вот эти, кончики. Но тоже сразу, знаете, вот так вот побрызгала и пошла, тоже нельзя. Ну да, Тафт, честно говоря, извини меня, Тафт, ради бога. Я думаю, вы исправитесь, но это не самая лучшая термозащита, поэтому если есть у вас какая-то другая, то обязательно ее купите. Ух, красное спрятала, кто-то обсуждает. Да не обстанет, кто-то обсуждает. Это даже обсуждать давайте не будем, кто меня там обсуждает. Волосы красить, думаю, не буду. Кто знает, может быть, буду. Решусь завтра. Зависит. Так, я думаю, что тут уже влага ушла. Хотя можно было бы еще подождать. На этом этапе можно сушить волосы. Обычно говорят, что мокрые волосы нельзя расчесывать. Но можно купить специальную расческу, которая не портит волосы.
И ей можно расчесывать хоть мокрые, хоть сухие. Но все равно слишком мокрые, когда вода капает, тоже не надо. Нужно, чуть, чтобы чуть-чуть прям подсохло. И поехали начесывать. Я вам свою расческу в историях показывала. Видите, у меня такая... Там, как ежик, такая щетина. Блин, не помню расческу. Как замухрышка стала, раньше лучше была. Вот выйдешь людям рассказать про волосы, с ног до головы обкакают, и стой, обтекай. Фу. Поехали, сделаем вид, что я этого дерьмоты вот этой не слышала. И не пиши сюда больше. Кто обзывается, тот так и называется, знаешь. Это в садике такое тебе не говорили? Так, расческа. Расческу вам показывала. Расческу вам показывала. Здесь два вида чешуек. Одна такая щетка, а вторые эти. Ну, как зубчики. Вот, этой расческой можно расчесывать и на влажной. Поехали, расчесываем. Сначала снизу. Конечно, у меня не такие длинные волосы. Тут как бы уже все от самого верха вниз. Но если вы свои длинные, у кого длинные, начнете расчесывать. Начинаем мы сначала с концов. Все. И вот на таком этапе можно уже сушить волосы. Так. Ну, какое-то правило я помню про сушку волос. Забыла вот его про сушку волос. Но это больше не к росту, не к уходу волос относится, а к безопасности. То есть главное, чтобы у вас фен сзади волосы не засосало. То есть вы сначала... Так, не помню, вот какие передние сначала пряди или задние. Просто у меня фен сзади не засасывает. Но в основном 80% фенов тут выдыхают, а сзади засасывают. Поэтому аккуратнее. Так, все, сейчас я показала, как правильно мыть голову. 100% информация, потому что подтверждена трихологом. И также я знаю, что этот эфир смотрит вся моя команда. Вот так вот я его провела. Кому понравилось... пишите мне в директ. Буду ваши отзывы выставлять в историю. Все, а все, кто обозвал меня замухрышкой, идите в задницу. Пусть у вас волосы на попе растут. Все, всем пока. Целую, обнимаю.